Всегда мечтал это сделать. Время до Сапсана еще много, а там PlayStation 4 и огромный экран. Окей. Короче, ребята, мы поспали, отдохнули и идем в бой. Видите, какие мы бодрые. Смотрите, какой красивый у нас вид из окна, кстати говоря, просто какие рамы. Вообще, здание хостела, оно очень красивое. Такой, знаете, старый сталинский дом. Здесь сам Сталин жил. Человек, а это номер типа для двоих влюбленной парочки. Это номер а-ля я живу в коридоре. Минутка влога. Короче, мы хотели с Димой арендовать автомобиль. Да, но на самом деле, как и следовало ожидать, это не такая простая задача. Сделать это онлайн, они должны пройти проверку, короче, проверить наши документы. Нашей усталости нет предела, но в то же время нашему, как это сказать, стремлению тоже его нет, потому что... Авантюризм и изобретательность — это наши вторые имена, друзья. Да, в общем, так как мы изначально не смогли забронировать U-Drive, просто потому что, ну, они не успели проверить документы, Дима сказал: все, Зар, ну, будем надеяться, что к завтрам они проверят. Я не сдался, позвонил в службу поддержки, они быстро все... Сказал, что мы из Ловблок. Да, сказал, что мы из Ловблок. А, кстати, у оператора, который там отвечал, у нее парень в Ловблоке смотрит наши уроки. Она быстренько нам проверила документы. Все, прямо сейчас мы идем получать свою настоящую маленькую смарт-машинку. Зар, у меня главный вопрос к тебе, собственно, куда мы поедем? Я предлагаю ехать нам в Альфа-лабораторию, где нас ждет Савелий Ярослав. Это один из докладчиков наших. И, в общем-то, мне кажется... Думаю, что он приятно обрадуется, когда увидит нас на этом каре. Кстати, Зар, обрати внимание, как место она мало занимает на парковке. Это очень приятно. То есть мы поставили, мы тут можем снимать дальше, продолжать. Можем ячиться, костерок развести. Комфортно. То есть, в принципе, взять ее в поход, да. И она много места не займет. Да. А я думал, на борту с радостью. На работу с радостью, ребята. Вот так вот. Надо сказать, лестница Альфа-лаборатории не так прекрасна, как лестница Авито. Итак, сейчас мы узнаем, где работники более трудолюбивые, потому что в Авито мы увидели немного людей, работающих в выходные. Вау! Зар! Мы попали! Короче, выходит стриптизерши. Тут этот диско-шар спускается. Один из главных вопросов — это что делаешь в свободное время? Ну, то есть, Свободное что? Свободное какое? Свободное время? У программиста? Ребята, я сел в машину на пассажирское сиденье. Обычно я сижу на водительском. И за рулем сейчас Дима. Он впечатлен, что у него не три педали, а две. Да, ребята, это впервые. И, кстати, знаете, приятно, что я учусь на чужой машине. Если я ее работаю, то ничего страшного, правильно? Ну что, ребята?
ребят, мы кое-как припарковали смарт. На самом деле встали под знаком «Парковка запрещена». Узар сказал, что типа это нормально. А вон он, офис Mail.ru, вот эти большое здание, видите. С пешочком пойдем туда. Вот Узар делает нам проходки. То есть сам метап был здесь, да? Да. Ага. Да, на пуфиках очень приятно слушать доклады, на самом деле. Я помню, так классно. Если не интересно, задремал. Эй, ребята, вы смотрите Loft.blog. Меня зовут Зар Захаров и... Ковальчук Дмитрий, и мы приглашаем вас на конференцию, которая пройдет 26 августа в Москве. В главном офисе Mail.ru Group. Поэтому, пожалуйста, не опаздывайте. Регистрация начнется в 18.00, само мероприятие в 19.00. У нас будет 5 жарких спикеров, так что будет очень-очень интересно. Ждем вас. Ну что, ребята, вот мы и закончили. Вот эта вся очередь стоит в наш вагон.